Ней. Второй поток гимнасток, многоборье, квалификация Гран-при Москва 2016. Открывает гимнастка из Франции. Не знаю эту девочку. Я думаю, что те, кто интересуется художественной гимнастикой, прекрасно знают первый номер сборной Франции Ксению Мустафаеву. Но по какой-то причине вот сейчас на Гран-при она не приехала. Ну, я знаю причину. Причина, она, наверное, травма. Травма колена. Вот. Ксюша приезжала в Москву, тренировалась в Москве перед Гран-при. Но вот, к сожалению, травма помешала ей принять участие в соревнованиях. Вот гимнастка хотела выполнить риск, но ничего не сделала, просто была пробежка. Как раз Ксения Мустафаева попала на Олимпийские игры. Она очень хорошо выступила в Штутгарте и завоевала лицензию для сборной Франции. Да, пусть не удивляет имя и фамилия этой девушки, как представительница Франции, она родом из Белоруссии, вместе с мамой своей, тренером, со Светланой Мустафаевой. Какое-то время назад они уехали во Францию и выступают за эту страну. Приглашается Николь Руперт, Австрия. Please welcome...